Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Руслан. Сегодня у нас новый влог, можно сказать, новый выпуск. Сегодня мы с моими друзьями пойдем на матч женской хоккейной лиги. Там будет, это можно сказать, то же самое, как матч звезд у мужчин, только это будет женская хоккейная лига. Сегодня я пойду со своими друзьями Матвей и Эрик. После этого я вас познакомлю с ними. Они тоже такие же, как я, тоже самые подростки. Это жизнь подростков. Наверное, все думаете, ребята, то, что если я живу в деревне за городом, то, что у меня тут скучная жизнь. Я вам могу сказать то, что я жил в городе до этого, и в городе даже жизнь иногда скучная становится. А в Булгакове я и катаюсь тут везде, и все делаю, и сам даже в город уезжаю. Ну все, поехали! Уфа-арену, скоро пойду на матч. Приехал, стою тут только что пришел. Вон вроде друзья подошли, сейчас с ними к ним подойду, познакомлю вас. Сегодня будет нормальный матч такой, все засниму, покажу. Вот всем мой друг привет. Матвей. Представься, расскажи. Меня зовут Матвей. Ему 15 лет, в одной школе, да, вместе играем в хоккей и учимся в одной школе в Булгаково. Вот мой друг Эрик. Здорово. Вот. Он тоже. У него есть дача в Булгакове, он сюда тоже приезжает. Вот, приезжает и приходит туда и учится. Но учится он в городе только. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас пойдем туда. Скорее всего, даже народа не будет, потому что мы пришли рано. Сейчас пойдем, там будет раскатка, я вам все сниму и все покажу, ребята. Все будет классно. Сейчас зайдем в Уфа-арена, будем там сидеть и раскатку смотреть. Пока тут есть тоже такая небольшой каток. Сейчас посмотрим, что тут есть. Играют пацаны. Вот так вот. Мои друзья пошли покупать шайбы там. Узнаю, что там есть. И сейчас пойдем внутрь, и я там все засниму. Как там, и покажу, где что есть. Пришли с пацанами уже наверх, поднимаемся, тут Эрик. Идем сейчас посмотрим, где наши места, у нас фан-группа вроде бы. Сейчас посмотрим, вот так. Эрик, скажи что-нибудь, как тебе тут? Офигенно, все, зашибись. Да, пацаны, мы вообще, хорошо, что повезло, то, что пришли так рано, даже народу почти нету. Сейчас пойдем, в зал зайдем, скорее всего, будем сидеть, ждать. Начнем смотреть, я тоже засниму это, покажу вам все. Тут есть всякие магазинчики. Тут есть тут шайбы. Матвей смотрит, как всегда. Вот. Все рассматривает. Сейчас, наверное. А тут Колян у нас. Колян. Представьте, Колян. Здравствуйте, я Колян. Ну все. Раскатка же была, да, уже? Нет, наверное. Нет, не было. А, не было. Значит, я ошибся, неправильно сказал. Вот, сейчас будет раскатка. Посмотрим на девчонок, как они будут кататься, и оценим их, как они катаются. Только что играли, вы тоже увидите это, только что играли. Вы уже это, кстати, видели, только что играли там с пацанами. Прикольно, как... Насколько твоя реакция, насколько ты можешь быстрее ударить, насколько сильно ты можешь ударить. Вроде хорошие даже результаты. Так что классно вообще. Офигенно. Нам за нами уже наши места. Вроде норм. Уже вышли на раскатку девчонки.
вообще офигенные попались, хорошо. Сейчас начало уже скоро будет. Увидимся дальше. Мои эмоции офигенно классные, вообще круто. Эрик, твои эмоции? Офигенно, КМ. Круто, мне нравится. Нам всем нравится, офигенно. Офигенно вроде. Сейчас что-то показывать будут. Сейчас я вам все покажу. Это реально красиво, пацаны. Все ребята. Все смотрим туда. И реально красиво. Гостеприимная башкирская земля. Спасибо всем, кто меня смотрит, кто меня поддерживает лайками, хотя бы просто дизлайками. Оставляйте свои комментарии и скажите, какая у вас любимая команда в ХЛ, в МХЛ, в НХЛ, в ВХЛ, в любой команде, скажите. Пацаны опять видели меня и узнали. Вот, смотрите, пацаны. Видимо, крутые парни. Офигенно. Смотрим хоккей до сих пор. Вроде нормально, но нас что-то проигрывают, но это как бы как обычно. Фан-зона опять орёт, кричит. Все круто. Ребят, такая ситуация прошла, то что мы вышли с матча, пошли на... Куда мы пошли? Мастер-карт? Да, да. Пошли на мастер-карт. Розыгрыш от мастер-карт. И в итоге нас не пропустили, сказали, что нам нет 18 лет. Да, нам нет 18 лет, а у нас друзья по 5 раз там играли, им даже ничего не говорили, а им вообще, как нам, столько же. И в итоге у нас там в очереди попался совершенно случайно знакомый, ему сказали, что он сыграл, да. Отдали ему карту. И мы выиграли вообще фигню какую-то, какой-то сертификат на просмотр. Вот мы что выиграли. Блин, второй влог и второй беспредел. Такая фигня происходит, блин. Вообще, все, ребят, матч закончился только что недавно. Ну, сойдет посмотреть, так нормально было. Ну, конечно, наши проиграли Восток. Ну, как бы я не был удивлен настолько сильно. И из-за этого, ну, все равно, как-то досуг все равно удовлетворил свой. И сегодня, ребят, поставьте лайк мне, пожалуйста, хотя просто оцените мое видео и подпишитесь на мой канал. И у вас будет все в жизни отлично.